Евгений Корнилов, город Челябинск. Номинация «Автор музыки». Валентин Писарев. Валерий Писарев исполнит, значит, песню, называется «Мотив». Добрый вечер. Красен в тайге рассвет, и ручей, что бежит с горы. Жаль, вот только отбоя нет от назойливой машкары. Никотин с ног собьет коня, но безвреден для комаров. Не спешим мы на склоне дня, на спасительный дым костров. Отблеск пламени, как маяк, заплутавшим укажет путь. Местом встречи лесных бродяг в этот вечер побудь чуть-чуть. Здесь любой незнакомец друг, настежь сердце и небо створ. У костра чем теснее круг, тем душевнее разговор. Так по-братски дели на всех легкий ужин, травы, ковер. Свет луны да веселый смех струн серебряных перебор. Подкрадется рассвет к костру, кровный сосен позолотив. Мы расстанемся поутру в рюкзаках, унося мотив. Подкрадется рассвет к костру, кровный сосен позолотив. Мы расстанемся поутру в рюкзаках, унося мотив. Thank you.